Епископ Сердобский Спасский Митрофан вступил в управление епархией. Напомним, она была выделена из состава Пензенской по решению Священного Синода Русской Православной Церкви еще год назад. В июле на вакантную сердобскую кафедру избрали архимандрита Митрофана, наместника Керенского Тихвинского монастыря в Вадинске. В августе он принял архиерейский сан и вот теперь вступает к исполнению своих обязанностей. Свидетелем исторического события стал Евгений Белохвостиков. Огромный собор Архангела Михаила в Сердобске переполнен людьми. Саратовский зодчий Алексей Салько, который проектировал его столетия назад, словно бы предугадал, что его творению суждено стать не просто храмом уездного города, но кафедральным собором целой епархии. В последний раз литургию здесь в качестве временно управляющего Сердобской епархией совершает митрополит Вениамин. Теперь он официально передает управление в руки Преосвященного Митрофана. Владыка Митрофан теперь правящий архиерей для 12 районов области, от Калышлея и Малой Сердобы до Спасской Нравчата. Со всех уголков самой обширной в регионе епархии приехали священники, чтобы поздравить своего нового архипастыря. Мы лиц мечты, Сердобская, из нашей епархии, мы получили своего владыку. Мы думаем, что это очень благоприятно отразится на всей епархии. Поскольку я сам сердобчанин, воспитывался в этом городе, рос, и моя жизнь связана с этим уникальным собором Михаила Архангела, конечно, радостно для всех верующих людей Сердобской кафедры, что мы обрели своего епископа. А самые юные прихожане будут когда-нибудь рассказывать внукам и правнукам, как присутствовали при рождении новой епархии. Сегодняшнего дня будет у них пастырь, который будет твердо вместе по жизни духовной. Это, наверное, особенный день, да, Елисей? Как для тебя этот день, когда с владыкой ты общался? Особенно. В Сердобском соборе владыка Митрофан бывал с детства. Здесь служили его духовные учителя – архимандрит Модест и иеросхидиакон Ипполит. Теперь ему самому предстоит окормлять здесь многотысячную паству. Архиерейский крест очень тяжелый. И кто не знает, они думают, что это очень просто. Вот сейчас у него будут ночи бессонные, будет все время мысли, как лучше сделать. Он несет ответственность не только за себя, но за всех батюшек, за всю свою паству. Помогай ему. Трудностей много. Катастрофически не хватает духовенства, не до конца сформировано епархиальное управление. Владыка Митрофан прекрасно понимает все это, но надеется на помощь Божию. Знаете, может быть, как вот часто бывает так, преподносят архиерея святые. Розы прекрасные, цветы красивые. А если посмотреть, то они как бы еще и с шипами, то есть они еще и колючие. Вот на сегодняшний день, пока, слава Богу, как бы сказать, видно только эти красивые цветы. А то, что будет дальше, это уже, ну, наверное, как бы дело Божие, дело времени. И как символ времени, архипастырям, приехавшим поздравить епископа Митрофана со вступлением в управление епархией, владыка подарил главный сердобский сувенир – часы с кукушкой.